Раф, скажи, пожалуйста, как лехабер нахон Расскажите, пожалуйста, как правильно соединить в работе духовное с материальным? Главное — это духовное, материальное только по мере необходимости. То, что ты выстраиваешь свою жизнь так, чтобы... Ну, как сказать? Чтобы ты делал все необходимое для поддержания дома, семьи, своих близких. Но все это, поскольку это необходимо. Творец так заповедовал, а не то, что ты бы хотел это делать, ты обязан. Это особое исправление, которое мы должны выполнить. А главное, то, что ты своим сердцем и душой, то есть внутри желания и разума, постоянно в мыслях все время ты хочешь достичь. Что такое отдача? Что значит «выше меня»? Что такое мир, в котором находится Творец? К этому ты хочешь подняться.